А что это такое? Так. Не понимает ничего. Сучит. Ну, Лена, иди объясни мне, что это. Это. Да, вот это что это за штука? Сына, покажи, что это такое. Вот это игра. Ну, это как бы определять, ну что ли это. Что определять? Ну, расскажи. Говори. Что определять? Кривое или нет? Что кривое или нет? Стены, папа? Например. Да, кривые, ну, например, как это определяется? Давай измерим, кривые или нет? Давай. Если они не кривые, то что? То посередине. Смотрите, Вася, ну, как я знаю, если кривые, то... Ну-ка, сына, проверь, ты кривой или нет? Давай, пора проверим. Дай-ка, голове надо приставить, подожди-ка. Я тебе серьезно говорю, сына. Вася, кривой. Прямой, смотри, вон, как раз вот эта штучка. Ух ты, а я? Давай-ка, Лена, ну-ка, а руки у Васи, ну-ка. Давай-ка проверим. Так. Вася, а руки у Васи? Опа, руки тоже прямые. Замечательно. На самом деле это уровень. Берем к стене, приставляем. Так. И смотрим. Видишь, посередине находится, да? Значит, стена прямая. Стена выиграла. Стена прямая, да. Вот такой вот, хитрый прибор. Давай. Это специально называется уровень, сына. Сына, уровень называется, чтобы проверять, вертикальные стены или нет.